Популяризация книги чтения – первостепенная задача организаторов окружного конкурса «Выбор читателя». Предоставить возможность для самореализации и самовыражения, вовлечь в творческую деятельность всех желающих, привлечь внимание к культурной и библиотечной деятельности посредством авторских видеороликов, сформировать положительный имидж библиотеки как учреждение культуры и досуга населения через обращение к книге посредством видеоискусства. Также немаловажно, особенно сегодня, когда накопленные знания и источники могут поднять культурный уровень населения и привлечь в библиотеки округа подростковую и молодежную аудиторию. Этот конкурс – своего рода организация рекламы, чтения и библиотек посредством авторских видеороликов. Участие в конкурсе могли принять все желающие в возрасте от 12 лет. Единственное, что мы изменили в этом году, мы решили сделать две номинации – выбор читателя и выбор библиотекаря. В прошлом году библиотекари участвовали, с удовольствием участвовали тоже в этом конкурсе, и мы решили их все-таки выделить отдельно. В прошлом году было 13 видеороликов, в этом году уже 29. 13 роликов – это выбор библиотекаря, остальные – это выбор читателя. Номинация «Выбор читателя» проводилась по следующим возрастным категориям. Первая возрастная группа – от 12 до 16 лет. Вторая – от 17 до 35 лет. Третья возрастная группа – старше 35. Имена победителей можно узнать в группе Центральной Щелковской библиотеки ВКонтакте. Лилия Тимеева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.